вопрос. От съема хватит, сука, дудеть. А, мама же материться нельзя. Переведите телефоны, блядь, на беззвучку и этот... Комплект. В комплекте у нас мертвый Ильяна. Палка выколуполовка. Это Аегис Буст Хиро. Как, блядь, сказать? Аегис Буст Хиро представлен у нас в трех цветах в данный момент, но открывать мы будем серый. В комплекте у нас находится само устройство, оно красивенького серебристого цвета у нас в данный момент на обзоре. По техническим характеристикам 1200 мАч аккумулятор, 4 мл объем бака, 45 Вт максимальная мощность, верхний обдув. Технической составляющей это все. Дальше будет обзор чисто от себя. Помимо этого, в комплекте два испарителя сопротивлением 0,4-0,6 Ома, которые по ощущениям ничем не отличаются. Палка выколупловка. В комплекте палка вынималка для того, чтобы выковырить оттуда испаритель, потому что они садятся на свои посадочные места в мертвую и ничем их больше не открыть. Ну и кабель зарядки, к сожалению, разъем зарядки здесь USB mini, пока в этой версии USB Type-C еще не подвезли. А, и для людей с маленьким ртом, маленький дриптип. Дриптипы 510 подходят, в принципе, от любого устройства, бака, без разницы, то есть любую штуку вы можете туда примастрячить, все будет хорошо. Как и все устройство, включается пятикратным нажатием по клавише Fire, всего клавиш 3, Fire плюс и минус. Для тех, кто не знает, плюс и минус нужен для регулировки мощности. Мощность, напоминаю, от 5 до 45 Вт. В 45 Вт вы не попарите, наверное, на этих испарителях никогда, потому что 0,4 Ома не предназначены для 40-45 Вт, там 35 максимум потолок, ну это так заявляет производитель так или иначе. А по плюсам данного устройства, определенно самый первый плюс по сравнению со всеми конкурентами, это обдув. Во-первых, это то, что обдув находится сверху, соответственно, жидкость не протекает вниз, ей там неоткуда взяться, в принципе, так как... Испаритель внизу глухой, то есть он заглушен, он внизу выполняет только контактную часть. Далее, по плюсам, ну опять же, это его размеры. Достаточно компактное устройство для этих характеристик. 40 Вт, 1200 мАч, довольно неплохие сами по себе показатели. Из минусов хотел бы, наверное, отметить то, что устройство не сильно хорошо передает вкус по сравнению с конкурентами в лице того же самого хотя бы ВУПу. Передает вкус гораздо ярче и насыщеннее ввиду своих испарителей. Ну и правда, они текут как последние. Лично для меня устройство из серии Aegis Boost, что Hero, что обычный Boost, что Plus, что Pro, в принципе, равноценно хороши, и на них есть смысл обращать внимание, так как это максимально непроблемное устройство. Коробочка, которую хрен достанет, которую я открыл с той стороны.